Всем привет, на моем 274-м стриме, и у нас сегодня, конечно же, I Wanna Kill The Camille 2, а не новая Ивана никакие, да, я случайно, извините, в анонсе упоролся, просто что-то не то написал, причем везде, ну, потому что я копипастом везде вставляю. Да, конечно же, у нас Камиле в понедельник, вот, ну и, собственно, запускаем сейчас. Ну что, Кримсон, как сегодня? Приготовим мы лайм, лимон, что там у нас? Томат и... Нет, и сливов, я надеюсь, не будет. Всем привет, да. Как твое все? Ну, сойдет. Опа, вот и сливы. Ну сейчас вряд ли сразу пойдут хорошие попытки, надо немного разогреться, руки разогреть, размять. Мне провод мешает, неудобно лег. Что там? От кого я вообще стреляю? Зачем? Надо зеленого, да? Так, все просто. Ты сегодня 4 раза 6 уровень прошел? Ты что, упоролся? Жесть. Зачем? Я один-то раз проходил 4 стрима или 3 стрима, сколько там. Много, короче. Штырим, да, ну, это красный случайно. Вот это сейчас более, вот это траектория. Чем я сейчас прыгнул? Дурацкие движения. Это зря. Синий долго не выдержит. Начнет сливы свои пускать. Так, зеленый ваншотный. Так, нет, не буду стрелять, а то сейчас еще попаду в лайм. Ну,
уйти. И я тоже уйду. Не, я в курсе, что это финальный вопрос. А, это не мне отвечаешь, я понял. Я и не знаю, кроме названия, ничего. Ну, правда, название такое достаточно говорящее, но тем не менее. Ну, я понятия не имею, что это. Это было очень давно, а ты все еще не прошел игру. Как-то странно, тебе не кажется? Да ладно. Привет, Лёха. Привет, Антро. Да, не прошел. Нет, саундтрек-квестов не будет, потому что вы будете заказывать музыку, которую забанят на Ютубе. Так, ну что? Лайма выстрелила в 5 еще. Блин, я по синему попал, это плохо.
Да ну. Хватит по синему стрелять. А то сейчас нарвусь. Будет слива. Так, по-моему, там два, что ли, выстрела, или нет, три выстрела по зеленому вроде. Может, два. А, вроде два, то есть уже один теперь. Так, все, лайм готов к употреблению. Ой-ой-ой, сейчас мог зеленого попасть, нафиг, все, не надо так рисковать. Синего тоже не надо пока, а то что-то у него там опасно. Опасное состояние. Автомата много еще. На самом деле все в автомате. Стены, блоки. Боже, он продырявился. Так, ну что, теперь сливы. База сливов. Ну вот я не знал, что делать. Я думал, я проскочу в эту дырку, но там было понятно, что это рискованно. Привет, картофель. Да, сам заменил, потому что там стандартный вообще не очень трек. Поставил бы Гай из К3. Почему? Ну, я знаю, она у тебя стояла. Это... Hey Tommy, Justice Guy Clear. You clear that game? Grats. Кстати, картофель, когда ты в Justice Guy пойдешь убивать? То есть все проходить. Ты там уже на каком боссе? И там уже люди спидранят Justice Guy, а ты еще не прошел. Thank you.
это спойлеры, если я тебе скажу, сколько до конца игры? Я просто знаю последний босс, какой по счету вроде бы. Честно, мне последний босс там не казался сверхсложным, но видите, чувак говорит все, что испытание. Значит, картофель будет гореть. Надо следить за уроном лимона и стараться побольше в лайму вливать. Все главное по старте, то иначе опять фигня выходит. Просто терпеливо по старте. В смысле, у меня что-то не отобразилось, что ли, или что? Почему это ты пишешь? А, Томми, thank you for host. My alerts not work. Блин, шо мне с Twitch alerts? Какого фига не работает Twitch Alerts?
Короче, походу, блин, дурацкий этот не работает. Ну, у меня же типа два алерта, СК2 ТВ и Twitch. Вот, и... Походу, если я две ссылки делаю, то оно не работает. Чё за чушь? Ладно, оставил пока только Twitch, потом буду выяснять. Причем тут сломать мозг? Я просто не понял, зачем ты... Почему ты от его имени пишешь? С моим мозгом все в порядке. Не попал. Ну не попал. Что-то мне этот босс уже надоел. Как его стабильно-то убивают на спидранах? Ну то есть Destination я как на самом деле даже больше понимаю, как стабильно убивают, чем это. Потому что, ну там как-то, сказать, ну не знаю, там атаки более стабильные, а тут просто тебя закидывают под конец и все. А там под конец сложность вообще не увеличивается. Намного дольше Destination, если же на Crimson. На Destination я сидел меньше 12 часов. А тут я буду сидеть часов 20. Но это пока что самый сложный босс. Попал же на платформу, но... Так. Чуть-чуть еще зеленому.
вчера через голосовой бот. Я не понял, о чем ты вообще говоришь. Когда ты набрал голосом, ты же можешь понять, что там написано, не то, что ты хочешь, зачем отправлять. Как я не попал на платформу-то, ну? Яблочко летело так высоко, но я умудрился его достать. Все, лайм давайте застрелим. Ну как застрелим? Доведем до состояния. Так, синий, в принципе, тоже можно немножко настрелять. Красному никогда не помешает. Все. Что-то я делаю не так на этом боссе. Почему у других людей не вытекает с ними никаких проблем? Видите, я думал, что готов к Камелии 2. Но Камелия 2 настолько сурова, что... непредсказуемо. Нифига я не готов. Слишком тяжелый босс для меня оказался. Ну,
как, я пройду, конечно, его, но... Насколько это затянется? У нас 2 месяца есть еще. На всю игру. Что-то судя по, как сказать, прогрессу, которого нет, есть ощущение, что я сегодня его опять не убью. Ну я, сколько раз я на этом стриме доходил до водной фазы? Ноль. Ну, один раз как бы, ну, дошел, но я даже не запрыгнул на платформу водную, потому что я умер сразу. Так что можно сказать, что ноль. Как я это задел? Как я это задел? Ну, почему-то, видишь, это не считается хорошей стратой. Ну, давай я красного и желтого, ну, попробуем ради эксперимента, я красного и желтого, ну, доведу до середины, как обычно, когда еще ничего не летает особо. Потом зеленого до одного, а потом действительно попробую синего. Но вообще, думаю, это плохая идея. Потому что и когда я буду пить потом желтого, от него будут кругами разлетаться яблоки. И мне кажется, это будет весьма грустно. Плюс у красного будут рандомные яблочки вылетать. Меня. Ой, я слишком много их ударил. Ну пофиг, давайте тогда все равно. Ну, зеленый сейчас. Как бы в водных платформах можно было бы норм микрить, там даже по сути пространство это больше, да, если бы не одно но. Когда платформы далеко друг от друга, то чтобы перепрыгнуть с одной на другую, нужно очень с краю прыгать прям с самого. Это очень неудобно, пока подстроишься, тебя могут уже убить. Вот это вот большой минус. Пора было переходить к нему часов 5 назад или там к другому боссу. Какой 5? 5-7 даже. Так что не надо тут говорить про пора, когда пора переходить. Уже все поздно говорить, пора переходить. Ты мне только сейчас об этом говоришь? Ты издевательство такое, что ли, или что?
зачем? С прохождением этого босса? Ну, не особо. Ну, как бы я его в Гетректе убивал, но он там сильно облегчен, как оказалось. Но это настолько неочевидно поначалу было, что я думал, что он не особо усложнен, а он, точнее, там не особо облегчен. Но нет, оказалось все-таки так неявно это заметно, но он там действительно сильно облегчен. Но сейчас я только что выбрал новую страту, которую мы договорились сейчас использовать. Попробовать использовать хотя бы. Блин, соскочил и не заметил. Из-за этого хреновый прыжок получился. Не понимаешь, в чем сложность? Ну, ты посмотри внимательнее, как бы, может быть, поймешь, в чем сложность. На чем я умираю, посмотри.
стоит бить. Короче, будем бить зеленого и синего. Нет никакой сложности, абсолютно. Легчайший босс. Сарказм, естественно, гендаж. Ладно, пойду все-таки по старой стратегии, там мне не получается пойти по другой. Хотя мне ни по какой не получается, вообще-то. Как-то я вообще-то знаю, вообще-то босс раш Камелии 2 это то, где люди дропают Камелии 2. Это же такой фильтр. Так что... Если ты думаешь, что я не волнуюсь по этому поводу, то нет, ты ошибаешься. Скажем так, когда я только дошел до босс раша, ну и вообще до него, ну когда еще не дошел, я волновался, да, ну как бы сильно достаточно. Когда я убил за меньше чем за 12 часов Destination, я наоборот расслабился. Я, ну, думаю, как это сказать, ну, все равно, то есть подумал то, что, ну, если я Destination прошел, то уж остальных и подал, ну, пройду. Вот, а когда я столкнулся с такими трудностями на Кримсоне, я опять начал волноваться. Привет, Михаил. Откуда они там взялись? Там же правило, нужно босса из Камелии 2 убить, босс раш.
смысле, какого сердца? Ну там на любом последнем боссе такая музыка. Ну, то есть да, один из боссов это то, что ты говоришь. Но только это один из четырех. Там же четыре концовки в игре. Ну, точнее, вообще-то пять, но одна такая. Другая. Да он выпустил. Нет, у всех музыка одинаковая, кроме вот короткой концовки, ну, короткого пути. Это, кстати, самая плохая концовка, про которую ты говоришь. Мог попасть в зеленого, ну нафиг я так делаю. Чуть не вымикнул. Я не пойму, у меня счетчик Good Game что-то сломался, да? Сколько, можете кто-нибудь посмотреть? Типа, ну, сколько сейчас зрителей на Good Game? Просто мне кажется, что он нагло врет. Мне показывает 25. Откуда столько не было никогда на Good Game. Ну, по крайней мере, при рабочем твиче.
Просто я когда еще Сабино стримил, мне вообще показывало там на его канале, да, типа на Good Game там 54. Он говорит, у меня тоже на Good Game никогда столько не было. То ли это боты, то ли вообще не рабочий счетчик. Советовать можно сколько угодно вообще. Хоть обсоветуйся. Он. Три на Good Game? Странно, значит это у чатика проблемы, да, скорее всего. Я даже концентрируюсь, и все равно не получается. Что ж такой сложный босс был? Нет, этого точно не будет, Эгенлаш. Только тогда, когда этот портал разобьется. Трепезги. На мелкие кусочки.
Желтому, конечно, я очень много пока оставил. Синего тоже можно чуть-чуть подолбить немного. Мне еще нравится в желтом, что его можно безопасно бить. В общем-то, в зеленого я не выпаду, потому что зеленый через один идет. Вот, видите, если бы там был зеленый, я бы сейчас с него попал бы там. Ну, короче, в следующего. Но там был томат. Вот это сейчас жесть была. База сливов. Платформа поедет вроде уже, ну, вода. Фак е! Есть! Есть! Все, вот теперь я перейду к следующему нахрен боссу. О боже, я это сделал. О, просто нарандомил, просто ужасный босс, ужасный босс, ужасный босс. Просто иди к черту, Кримсон. Нахрен тебя, просто вообще жесть. О, как я сейчас волновался, сидел. То я просто сидел, чувствую сейчас уже мало хп, просто вот уже волнение ж. Не, ребята. Камилия 2, это вынос мозга, это вынос мозга. Половина босс-раша пройдена. Это такой вынос мозга, просто жесть. Не знаю на эти реки намного, я серьезно, наверное, даже это было хуже, чем на Destination на последней фазе. Нет, короче, по поводу голосовалки, я над этим размышлял, вот неделю, которая шла, да, я размышлял по поводу голосовалки, и подумал, что голосовалка из двух вариантов,
завуалированными названиями слишком такая, уже слишком она будет нерандомная, если там будут люди. То есть, получается, боссы идут либо в том же порядке, в котором тут, либо в обратном, да? Я подумал, если я напишу в обратном, то вы сразу подумаете, ну да, он же не напишет в прямом, да? А если я напишу в прямом, вы подумаете, ну то, что я подумал так. Ну, короче, я решил тупо рандом, короче, РНГ на сайте сделать. Тупо random.org или как там. Привет, Даниил. Да. Так, сейчас, секундочку. Короче, если выпадает... Смотрите, я жму кнопку три раза. Три раза жму кнопку, да? На третий раз, если выпадает единичка, то это будет ню. Если двойка, то Gravity Man. На третье нажатие. Не спрашивайте, почему. Так, раз, два, три. Gravity Man. Фух, все, перерыв. Сейчас небольшой, да, что-то немножко это надо отойти. Это хрен знает, кто писал. Говорят, босс нудноватый, но пофиг. Так, ну, честно говоря, у меня все еще руки в таком состоянии, типа, да. Но давайте все равно там начало пока посмотрим. Да, привет, Декстер, привет. Да, прошел Кримсона. Ощущение, что мне просто вынесли в мозг самым непотребным способом. Кримсон — срань полная. Полная срань. Такая жесть мигрёжная, просто охренеть. Destination — просто лучший босс всех времен по сравнению с Кримсоном. Просто это же шедевр, как говорится, да? По сравнению с Кримсоном. Я не понял, я его пулей отбиваю, что ли? Ты чё?
часов 10 это уже для нас недолго. Да, у нас Кримсон занял, по-моему, около 13 часов, что ли. О, поздравляю, Данил, с Темпестом. Ну, значит, я буду Генбаш на ютабчике смотреть после стрима, как это проходится. А у него защиты от спама нету, что ли? Ну, здесь, по крайней мере, один босс, понятно, кого бить там, да, и так далее. А то сейчас было два босса, в которых 4 цели. А здесь в тупую бьешь одного босса. Ну, по крайней мере, босс Раш — это его комната вообще-то. Как же в него трудно попадать-то. Да, просмотр без проблем. Лишь бы у тебя было понятно страты. Значит, рекорд у нас вон до той штучки, до полоски горизонтальной. До середины горизонтальной полоски. В смысле, а он ходит не рандомно, что ли? Как потом вылечить это перед запуском игры? Ты же в портал не попадешь к боссу. А, ну даже ходит не рандомно. Рандомный босс, это такое, конечно. Ну, или там до последней фазы не рандомный, не суть. Давай, удачи. Чем я прыгну? А, да ладно, норм уже. Ну, по крайней мере, этого босса я не видел. Мне интересно новые атаки увидеть, да? Вообще, как бы... Что-то новенькое. Что это, умер? Камень, что ли, летал? Да как к нему попасть?
Надо же. Рикошетом попал. Видел? Ну, как бы в Гетректе был босс, где куча этих роботов с Мегамена в одном боссе. И, по-моему, кстати, Гравити там не было, да. Или был. А, или он самый первый там. Привет, РНГ. Да мне уже сказали, что на последней атаке РНГ. Засел ты, короче, на последней атаке там. Нет, все-таки у него защита от спама есть. Как он попадает этим рикошетом, как от него уходить, непонятно. Да ладно, этот босс? В смысле, ну этот босс, который ремейк его в третьей Камелии? Или именно вот, вот этот? Эта версия? Мне вот что в этом Кримсоне боссе не понравилось, то что я его сейчас второй раз, опять, ну если, допустим, надо будет второй раз убить, я его опять долго буду убивать. Вообще не факт, сколько времени просижу, неизвестно. А вот Destination, мне кажется, второй раз можно и быстро убить. Ну, так, в принципе, да, если более-менее рандомить. Ну, печалька. Ну нет, менять я, наверное, не буду. Хотя есть вообще-то идейка. Я там потихоньку воды выкладываю, конечно, медленно все происходит, но скоро уже до Камилки вроде доберусь. Ну, значит, это видео будет... А, лол. А хайлайт-то я смогу сделать с Кримсона? Ну, со звуком. Но если что, локальная запись есть как бы. Но просто на Твиче хотелось бы. То есть на Ютубе-то по-любому могу сделать отдельно Кримсон. Привет, спасибо. Опять эта пулька. Так, сейчас мне нужно прерваться, не знаю, может минут 10, может даже чуть больше, может меньше, не знаю пока.
Так, все, извиняюсь за перерыв. Продолжаем. Ну, нужно было по делу там кое-что, неважно. Так. Гравимена? Да нет, Гравимен будет не сегодня. Ну, в смысле, пройден. Блин, ну вы, короче, если хотите, можете страты прям сразу подсказывать. Все равно там говорят суть вся в последней атаке же, да, так что. Ну так, если не хотите, я потом гляну на ютубе все равно. Ну или там на твиче даже. Чтобы ему просмотр один добавить. Сайбере? Так Сайбера нету в Камиле 2. Я же трогал. Микомиссиория. Thank you for follow. Либо спасибо за подписку. А, после Солгрина, значит он не нудный. И не нудный, и не долгий. Ну, потому что Солгрин мне понравился. Ну куда он жмет-то меня? Блин. А, я его даже не проходил 10 часов. Я ж Солгрина даже 10 часов-то не проходил. Я 9,5 часов его проходил. Ну, имеется в виду из Камелии, да? Привет, Сейтер. Да. Кримсон пройден. Кримсон пройден. Убит и похоронен.
что, офигел, что ли? О, рекорд по урону, кстати. А у меня один хп, я только сейчас заметил. Ну, в смысле, полоска есть, типа, мое хп, как в Мегамэне. И там, на дне. А чё он? Он же раньше не так, по-моему, ходил. Хочу новую атаку увидеть. Нет, я секретных боссов целиком не видел в Камере 3. То есть я знаю об их существовании, там мельком видел Destination'а. Совсем чуть-чуть Гравимена видел, вообще мало-мало. Не вникая абсолютно в процесс, остальных даже не видел. Декстер же четвертую секретку берет, он же ее берет не просто так, а чтобы убить всех секретных боссов, иначе. Ну, а иначе зачем брать четвертую секретку? Ну, вот, значит, он нам и покажет. Нифига себе. Чё за... Я увидел новую атаку. Третий босс фигня. Все говорят, что третий босс фигня. Но по сравнению даже с первым и вторым. Ну, по крайней мере, со вторым. Третий босс фигня, потому что там адекватный вейденс. А это решает уже всю судьбу босса. А вот четвертый уровень, даже до секретки, это уже да, это уже... Еще третий уровень, концовка тоже, там башня, РЗ, там много хорошего. Но говорят, что третий босс фигня вообще, Камилки в третьем. Ну, естественно в сравнении, да, как бы мы не сравниваем с Little Runner'ом каким-нибудь. В конце там затраливание очень классное, мне очень нравится, если честно. Жалко, что еще оно не рандомное.
траектория, а не рандомная. Просто для спидрана это бы эпично посмотрелось, если бы там рандомное было это вот. И как бы, ну не знаю, мне кажется, здорово было бы. На самом деле не скажешь, что прям сильно сложно было бы это. Ну, скажем, для тех, кто уже проходил там для спидранера, но эпично было бы, потому что было бы волнение, а сможет или нет, а вдруг затроллится. А так это 100% стабильность сейчас у спидранера. Это как третий кубик на втором боссе. Вот Стинки умирает на третьем кубике, бывает. Вот на недавнем спидране умирал. Я не помню, что, вот девятка что ли выпала или что, я не помню. Ну, скорее всего, девятка, на остальном-то вряд ли вообще возможно будет. Ну, для него. Не, Awaydance понятно, но я даже про кубик говорю. Awaydance-то вообще понятно, решает весь заход на босса. Как это не рандомный? Нет, в смысле, там вообще жуткий рандом. Ну, Сайбер, да, это просто божественный рандом. Но босс классный. Кто не знает, я на Сайбере уже два раза прошел фазу наводяшек. Но оба раза слился на импульсах после нее. А, про Awaydance Nagai, да, про Awaydance Nagai, он не рандомный. Фаза какая-то. Привет. Ой. Извини. Просто так долго не писал, и я что-то это. Ну такое. Привычка у меня здороваться с тем, кто долго не пишет. Фигни-то мало, но как бы такое, зато менее очевидно, как это метрить. Там как бы, ну, летит в себя медленно яблочко, поворачиваешься. А тут как-то без... Да, прошел Тирован. Спасибо.
Третью? Не-н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 е. Вторую? Ну, думаю, да. Почему ты сейчас вдруг перестал сомневаться, что я третью пройду? По-твоему, Кримсон сопоставим с боссами в Камиле 3 по сложности? Ну такое. Может, с первым боссом там сопоставим? Ну, как бы сложно сравнивать, они слишком по-разному устроены, да? Но по времени, скажем, затраченному чисто. Не, я вторую уверен, что пройду, но просто, ну, как бы это такая, ну, так сказал. На самом деле нет, вторую-то я уверен, что пройду. Я же даже сказал, не просто пройду, а пройду за 100 дней, да? Но вот третью, неудачно просто сказал про вторую, конечно, я уверен, что пройду. Ну, 2 месяца, короче, осталось. 2 месяца осталось. Ну, я вообще-то и так на нем слишком долго посидел. А, кстати, РНГ, я тебя, получается, догнал, да, по количеству убитых боссов? Как бы страшно. Отпуск Тайван на месяц? Нет, Владислав. Это вообще-то был довольно сжатый срок. Просто у меня хорошо пошло довольно-таки, пока что. Ты подожди, ты... Это, по-твоему, последний босс или что? Ты очень рано говоришь. А, поздравляю, РНГ. То есть ты уже 3 босса убил, ништяк. Ну смотри, Данил, я Фландер и Скарлетт уже убиваю что-то около 6 с чем-то часов. И доходил 3 раза до Вейденса. Ну, то есть, теоретически, я мог бы уже и слить, да, её давно. Вот. А Кримзона я, ну, как бы... Там, как бы, даже когда остается мало КП, это еще вообще не факт, что можно слить. И в итоге, ну, он уже занял, то есть, сколько, 13, да, часов. Просто на Фландре рандом дурацкий на первой атаке. Мне очень бесит первая, самая первая атака. Вот. Как ни странно, она меня бесит больше всего. Намного больше, чем грибочки там или шляпы. Вообще шляпы мне не доставляют особых проблем. А вот грибочки немного, да? Вот. Но они как-то не бесят. А вот первая атака, ой, жутко бесит. Потому что нанести нужное количество урона и не умереть. И каждый раз рестарт. Блин, такая срань вот эта. Mm-hmm.
примерно 12-13 часов РНГ. Примерно 12-13 часов. Очень много. Для сравнения, на Destination у меня ушло 11 часов 51 минута. То есть, примерно на час, на два меньше, чем на Crimson. По таймеру игры. Да, я не считал еще как бы точно. Да я и говорю, у меня Crimson ненормально долго шел. Особенно в сравнении с Destination. Ненормально долго у меня он был. С учетом, что я его еще и в Get Rekt'е убивал. Хоть он там проще, но все-таки какой-никакой опыт все равно. Просто ненормально долго он у меня был. Он мне задизморалил довольно-таки нормально. Так серьезно, я вам скажу даже. Тарок, ты его даже не играл. Как ты можешь... Ну, как, конечно, ты можешь судить, я не спорю, но... Блин, все равно. А, что, этот босс из популярити взят? Вообще, оригинал. Ну, я имею в виду... Ну, понятно, что оригинал Мегамен, да? Но я имею в виду Айвана оригинал. Что сейчас было? Привет, Алмурат. Мегабэнд 5 классический. Окей. Мегабэнд 5. Ой, 5 из 5? Да ладно.
Я что-то думал, с более ранних, типа второй или третий, может. Ну ладно, пятый так пятый. Ну, в общем, главное, что с NES, а не с Super Nintendo. А ты, Мурат, проходишь Кадват? А, потому что ты прошел, да, я все, извини, я забыл. Порой забываю, кто прошел, кто нет. Ты же прошел. Как там у тебя с третьей камилкой дела? А, фанат. Джастис Гая проходишь? А, ну да, я видел, что Джастис Гая проходишь. Нифига себе. Когда вода-то начнется? А, еще не скоро. Это рекорд по урону, рекорд по урону. Блин, так кажется, что вроде простой босс, да, и он снес уже 60% здоровья, но там, говорят, в конце вообще жесть будет какая-то. А, до последнего босса, что ли, дошел? По-моему, это же локация последнего босса, да? Я видел последнего босса, и, по-моему, что-то похоже, да? Проходил, прежде чем прошел это. Ты нам ТГ взялся проходить? А что такое ЖГ? Что такое ЖГ? А, Justice Guy. Сложного проходим кого? Вот этого босса? Я не смотрел еще никакие страты, я только что до него дошел. Я только что до него дошел. Минут, сколько, не знаю, 30 назад. Я его особо не смотрел на стримах, ни на ютубе. Я же себе не спойлерю игру. То есть, как бы, теперь, раз уж дошел до него, то я после стрима посмотрю. Ну ты, если хочешь, ты можешь подсказывать, в принципе. Хотя я тут не вижу особо, что подсказывать. Вроде бы, в принципе, понятно. Все и так. Да мне тоже понравился, но я что-то так посмотрел, там, по-моему, какая-то боль в конце. Ну или где-то там, не знаю, в конце, не в конце, но где-то дальше, короче. Ну типа, она вообще отнюдь непростая игра. Ну, даже не средняя, я так понял, а сложная. Ну, то есть, если ее проходить, то типа это надолго, там, десятки часов. Как минимум. Thank you.
А в Мегамене 5 он тоже переворачивает Мегамена? Чего я такого не помню? Как бы в JRPG не регенится обычно КП после битвы, то после боссов бывает, да, а после битвы редко, практически ни в каких, по-моему, не останавливается. Тебе нужно лечение использовать, либо сон. Надо же пулька-то делать. Водой, конечно, и вот этими падающими непонятно чем, довольно-таки непонятно, я это тогда нарандомил просто. Ну почему, не обязательно. А для чего тогда вообще здоровье, если ты будешь рестартить? Надо же, прям на тарелочку попал. Падает уголь из Бравосмена. И такое есть. Thank you.
как понять, где оно вылетит? Или оно статично вылетает? Оно статично вылетает или нет? Вот эти с паровозмена уголь. Потому что как понять, где вылетит, я не понял. Знал же, что он меня заденет. Значит, надо козюльки расставлять. Правда, я же сейчас не вижу, где она. А, ну можно типа. Свои записи, ну только в крайних случаях, когда совсем все плохо. Например, на Салгрине я смотрел Абэйдэнс записи. Правая удачно стоит. Блин, ну прям заснайперил. Кстати, я восьмой мир на рейпе так и не прошел еще. Ужас. Помнишь, когда я у тебя страты спрашивал? Давно, ВКонтакте. Я еще так и не прошел восьмой мир на рейпе. Привет, Дмитрич. Удачи, Данил. Раз я могу подсказывать, ты можешь пережить переворот, когда вы оба находитесь слева. То есть, в смысле, типа он никогда до левого края не доходит, ты об этом, что ли?
Но он пулями-то убивает все равно. Там. Так что никак не особо не вижу смысла влево уходить. Либо я тебя не понял. Вопрос желания, но. А, или это вопрос желания, это было про Боши, что ли? Это было про Боши, я не понял просто. Ну, да, желания, сейчас сказать, немного, но попыток было много. Попыток было много, уже дофига смертей, на самом деле. А, Дмитрич, у них исходники есть. Они сами хакают, как хотят. Ну как хакают, просто в исходниках меняют, как им надо. Исходники они дают только тем, кто собирается спидранить Камиле. Третью. Я не дропнул, больше на рэпе. Просто оно затянулось. Нет, это не спидран. Даже год это не спидран. Ну, ты не извиняйся, ты... Делай так, чтобы этого не было, потому что правила канала. Студия, конечно. Да ладно, инфлюка босс или инфлюка арета? Но инфлюка босс же из легкий. Ну, как бы, ну, не знаю, я не испытываю страха перед ним. Вот инфлюка арета, шары Камиле, вот эти вот это такое.
Да это ад. Адский. Ну потому что я не люблю. Ну как бы. Ну просто потому что мне не нравится. Не хочу, чтобы я был на канале. От меня ты тоже не услышишь. У нас тут, понимаешь ли, культурное сообщество. Нет, это норм. Это Дмитрич норм. Ну, как бы не запрещено. Не, пока что не выглядит, да, босс на 10 часов. А ты разве с микрофоном играешь? Подожди, ты же без микрофона играешь. Ну а вообще так-то, ну как бы. Ну я же не могу к тебе прийти и сказать то, что ну вот. Давай-ка стрим так, как мне нравится, да? Я же зритель, как бы. Но на моем канале вот так. Так-то я вон и Декстера смотрю. Я растерялся, я боялся, что вода сейчас уже пойдет. Ты как я не попал-то в него, ну? Два раза не попал. Три раза не попал. А, ну на этой фазе уже ладно. Удачи.
ну, стрим лучше с микрофоном, я думаю, с микрофоном приятнее стрим смотреть. По крайней мере, удобнее. Блин, вода уже поехала. Ну да, кто любит свой голос на записи? Это абсолютно распространенное явление, и я, ну, тоже к этому отношусь. Но я просто забил на это, привык. Все. Большая задержка там на Твиче, или вы просто пишете не сразу, что-то я не пойму. Раньше же нормально было. Хотя я вон Сайбера тоже по 20 минут порой включаю. Привет, Фаспапе, привет, Экстемон. Идет кривой. Секунд 30 — это кошмар. Секунд 30 — очень много. Должно быть 14 секунд. Не знаю, пока надо будет потом разобраться, посмотреть. Это только у меня на стриме или у всех увеличилось? Это прогресс в этом. Прогресс first. Да, я убил Кримсона. Половина бесстрашно пройдена. Причем, честно говоря, убитые вроде как самые сложные боссы. Так что... Ну, как бы, Владиславу, как раньше, что было раньше, уже все привыкли к новому. Чем я сейф испортил? А, ладно, нормально. Спасибо. А докуда на полковнике максимум доходил? До платформочки доходил? И сколько, насколько уже потратил времени? Не знаю, Зера. Посмотрим. Что-то есть. Ну как бы... Я же, ну, как я уже говорил, что... Что-то я слышал там, что типа там есть, там... Что-то даже видел, но такое, не запомнил. Честно, не запомнил. Лугинла же один раз видел, но я не запомнил вообще. Мутная такая картинка в голове, я не, даже не понимаю, что я видел. Поэтому как бы считаем, что я не знаю, что после Бесраш. Ну, единственное, что последнего босса, да, я видел целиком. Да, тоже уже плохо помню, даже, можно сказать, вообще не помню. Но видел, по крайней мере, точно все атаки. Уже.
Но сколько идти до последнего босса, я не особо в курсе. Доходил до крутящейся атаки 3-4 раза. Неплохо. А желтая шкала — это мое хп. Ты Мегамена никогда не видел? Это мое хп. Ну, оно равно 1. Я, короче, полковники за 3 часа один раз дошел до фазы, где такие синие штучки появляются, потом летят, типа стрелочки в разные стороны. Ну, ты, я думаю, понял. Как раз, по-моему, перед закрученной атакой. Ну, по-моему, если ты уже 3-4 раза доходил до крутящейся этой атаки кривой, то уже норм, уже можешь на рандоме до платформы даже, в принципе. А платформу можно вообще изи с первого раза пройти. Ну, не изи, но можно с первого раза пройти. Просто не торопиться, минут 15 на ней сидеть там. Точно увидеть, что халявная фаза, и тогда лететь только. Потому что, в общем-то, когда там на земле, умереть от пыли практически невозможно. А в полете, ну просто дожидаешься изи фазы и все, как бы вроде. Хотя, конечно, всегда можно затралиться, но можно и не затралиться. Но мне кажется, вот эта вот атака с кривыми вот этими траекториями, мне кажется, это самое сложное в этом боссе. Но на вид это самое сложное. Это жесть. Блин, что я сделал? Ну, спирали зеленые я вот проходил. Какая успешная попытка, Эльзорг. 10 часов тебе сказали. Или успешная, в смысле, типа, прогресса добиться, ну, не знаю. Thank you.
я сейчас сделал? Не попал? Как так? Только прилетел сквозь него, по-моему. Опять я фигню сделал. Нельзя так близко, второй прыжок прижимает. Это какая атака 1/3? Ну 1/3 же это легкая, по-моему, там. Я, по-моему, не помню, сколько я проходил. Ну, не знаю, мне показалось, там начало довольно простое. Там в конце потом жесть. А начало-то вроде 3-е, это вообще, в принципе, вроде ерунда. Ну, конечно, там рандом такой, что тебе может не вести, но как бы... Но в целом, вроде, я не заметил шибко сложного. Именно начало. 20 секунд. А, этот... Как его? Гизер. Да, понял. Так, стоп. Сейчас, ради интереса, сколько я на полковнике, ой, на пианино выжил, я забыл. Так. А, ну я где-то, получается, тоже 1/3 прошел. Ну, короче, вот по музыке можешь определить. До сюда это хотел. Или там несколько таких моментов. Ну просто я не хочу захватывать сейчас это. Ну если что, там на ютубе, короче, есть хайлайт. Ну вообще, ну давай, добивай босс-раш и бери нам эту инфлюку босса. Очень классно, мне нравится эта музыка. И вообще босс классно выглядит. Тем более ты проходил все боссы в Камели 2, поэтому что там учить-то особо. Интересно, на ютубе, блин, а ютуб ссылка-то у меня есть на канал, да, у меня в описании, а, нет, на СК2 ТВ у меня в описании, на ютуб есть ссылка, на твиче нету. Ну, короче, если надо, могу скинуть, если нет, ой, пофиг. А, Кримсон? После того, как пятую секретку возьмешь? А, не, после Раш. Что я делаю, лол?
связь, второй прыжок ты нажал. А, 20 тысяч? А, одинаковые? Ну, норм. Ну, там довольно тяжело вернуться. Там, мне показалось, что там есть примерно полсекунды на то, чтобы поставить правильную позицию. Может, показалось? Не знаю. Страшит 20 тысяч смерти и интересно, сколько будет к концу игры. Ну еще, наверное, еще 1020 будет. Или даже это мало, да? Да, оно. Да. А что-то я не догадался словами атаку описать, да. Я не знаю, я буду ли добивать сейчас пианино, ну как добивать. Наверное, буду пытаться еще пройти, потому что мне она нравится, она веселая. То есть тебе это необходимость, так скажем, да? А я-то, ну, ты понимаешь, да, что я на втопанном сейве играл, я ни одного уровня не прошел. Просто балуюсь, так скажем, для удовольствия. Я там сайбера убиваю, пианино, чуть-чуть полковника пытаюсь, и первого-второго босса еще. Вот. Как бы самый большой прогресс, наверное, на первом боссе, понятно. Да, Вейденса проходил. Потом сайбер. На сайбере я два раза доходил. То вот перед зелеными вот этими штуками там такие импульсы идут, вот на них до них два раза доходил. Вот, а потом, наверное, ну либо полковник, либо пианино. Хотя, либо второй босс я там до Вейденса доходил разок, что ли. Но он мне так не нравится, мне лень вообще играть. Честно говоря, вообще не нравится. Чуть-чуть попробовал Бетти-арея, ну так, просто минут 10. Чё-то я вообще в шоке, там такое неловкое управление, это жесть. Еще чуть-чуть попробовал M-Stage, вообще такое, а там ничего не понятно, что делать. Я за 20 минут, по-моему, до максимум доходил до половины первого сейва. Ужас, конечно, ужас. Я не представляю, как это проходить. Может, с новой клавиатуры будет, конечно, получше, но такое тоже все равно. Сама клавиатура за меня не пройдет, это.
Нифига себе. Тут сейчас везение было. Я не понял, куда мне вообще идти. Жестко. А ведь это этот сейф, по-моему, спидранеры берут вообще без смертей. Ну это ужас. А там дальше, там, я вспоминал, какие там дальше сейвы. Длинные, с, там с корнерами, там, даже с плейном есть. О, это удаляй. Да, наверное, РМЖ, но все равно, даже с РМЖ, мне кажется, это очень жестоко. Да там все на РМЖ надо, и руки то, и... Ну, Бейти сложнее, потому что там скользит все. Да что ж я на эту тарелочку-то падаю? Не, вот если я во второй Камиле ни одного уровня не проходил с Джей Тулом или Рекорд Майджампом, да, то вот третий, если я буду ее проходить, по-любому буду использовать, только так вообще не стесняюсь абсолютно. Ркито сложнее, чем М-Стейдж. Ну, вслепую точно. Потому что вслепую офигеешь от ловушек просто. С видео, ну не знаю. Да как тут ориентироваться? Сейчас не попал. Что-то, похоже, не увидим мы сегодня следующую атаку. Но все равно, даже это неплохо. Даже это неплохо, я считаю. Посмотрели, в общем-то, босса. Немножко уже наловчился на первые базы. Я, по-моему, об РМЖ я не из группы явно узнал, скорее всего, со стримов западных. Потому что... Не помню, чтобы в группе его даже видел. Интересно, чё ж там Гизер-то сделает в Нанг 2? Он сейчас делает, сидит. Я специально не смотрю особо, а то, ну, как-то, ну, не очень же спойлеры. Тем более, игра с ловушками, там, ну, вообще спойлеры спойлеров. Почему?
почему я гейзера вспомнил? Потому что это же он уже уже сделал. Я вообще в танк, ну, чуть-чуть играл, но будем считать, что не играл. Это вообще настолько не считается, то, что я в него играл. Будем считать, что не играл даже. Один этаж, по-моему, я прошел. Но вообще, я думаю, что, наверное, пройду потом, в перспективе. Игра хорошо сделана. Так, знаете что, ладно, наверное, давайте закончим, пожалуй. Что-то, я думаю, сегодня прогресс уже так себе будет. Не особо. Что там, кто там? РНГ стримит. Так. Что там у него? Ню. Ну, погнали. Я его смотреть не буду, но давайте захостим. Чё уж там. В общем, неплохо, неплохой стрим. Я прошел дурацкого Кримсона. И даже, в принципе, уже больше половины снес Гравимену, хотя это, наверное, ничего не значит, да, там самое сложное впереди. Но все равно я рад, доволен. 20 тысяч смертей. И сколько там часов в игре? 68 часов в игре. Что ж, продолжим завтра. Всем пока. Увидимся.